Здорово всем! Давненько не было видео с голосом, не так ли? Но в этом видео я хочу вам представить планшет Parlor. Ну шо, начнем. Parlor, по моему мнению, одна из лучших фирм планшетов и экранников. И вот мне прислали один из планшетов, A640. В набор входит планшет, стилус, стержень с зажимом, USB кабель, а также руководство по использованию планшета. Думаю, начнем с внешнего вида планшета, и у меня есть несколько слов на этот счет. Планшет приятен на внешний вид. Есть эластичный чехол для стилуса, имеет 4 кнопочки, гладкую поверхность и нижние подставки. Но один из его основных минусов, на мой счет, это его размер, он небольшой. Хотя, для кого-то это даже плюс, ведь тогда планшет можно удобно переносить в рюкзаках и карманах. Хочется также подметить, что кабель USB износостойкий, что, кстати, является огромным плюсом для кабеля. А теперь копнем чуть глубже. Посмотрим, что происходит в дисплее планшета. Выглядит вполне прилично. Есть доступные функции, можно поменять нажатость и другое. Но как этот планшет в плане творчества? Порисав немного на нем, а точнее сделав целую анимацию с рисунком, могу сказать, что данный планшет очень подходит как для начинающих, так и для средних творцов. В первое время мне было тяжело привыкнуть к маленькому размеру планшета, но в процессе работы рука сама уже привыкает. Кстати, то, что видите на заднем плане, это процесс анимации на этом планшете, а заценить эту анимацию целиком вы сможете по ссылке в описании, ну или перейдя на мое предпоследнее видео на канале. Всего процесс анимации занял у меня 4 дня. 4 дня я без прерыва сидел и рисовал ее на этом планшете. И что я могу сказать? Теперь, пожалуй, рисовать меми анимации я буду именно на нем. Он реально удобный, приятный на ощупь, а также кисть не устает, как, например, на других планшетах и экранниках. Что же, теперь хочется выделить плюсы и минусы планшета. Из плюсов я могу выделить следующее. Легкий, приятный на ощупь, имеет 4 легко нажимаемые кнопки. На стилусе также имеются 2 легко нажимаемые кнопочки. Можно регулировать нажатие, назначать другие кнопки и так далее. Помещается в карман, рюкзаки и прочее. Кабель износостойкий. Достойная цена планшета. 9 из 10 художников рекомендуют. Минусы. Я действительно не вывел минусов по использованию данного планшета. Есть только размер его, как я и вначале сказал, мне было неудобно первое время из-за размеров планшета. Ссылки на покупку планшета я оставлю под видео в описании. Также, при покупке планшета, вы можете получить скидку, воспользовавшись данным промокодом. В качестве спидпейнта я решил за челлендж 10 разных стилей художников. Ну а теперь можете насладиться спидпейнтом. Приятного просмотра. What's up with you? I'm starting to talk like you do. Here we go, I'll be gone soon. Day by day, everything has changed. We've grown apart this time. I can't figure out the reason why. It's funny how much I'd kinda like to see you cry. I can't remember.
Спасибо тебе за просмотр, если действительно досмотрел до конца. И я надеюсь, ты насладился этим обзором. Что ж, всем удачи, всем пока.